Самаре прошло первенство и чемпионат России по спортивной борьбе «Панкратион». В соревнованиях приняли участие более 900 спортсменов со всех регионов нашей страны. От сборной Нижегородской области выступали 9 бойцов, которые показали отличные результаты. Так, в возрастной категории 14-15 лет до 66 килограммов первое место завоевал Эдгар Бакаян. Среди мужчин весовой категории до 84 килограммов Василий Масленников дошел до финала, где уступил спортсмену из Санкт-Петербурга. Тем не менее, нижегородец выполнил норматив мастера спорта России. Наши девушки Ксения Лачкова и Анастасия Горбунова поднялись на высшую ступень пьедестала в самой легкой и самой тяжелой весовой категории – до 53 килограммов и 71+, соответственно. Ксения тем самым стала четырехкратной чемпионкой России. Все победители и призеры прошли отбор на чемпионат Европы, который будет проходить в Италии в июне, и на чемпионат мира в октябре в Индии. Добавим, что всех чемпионов воспитал и привел к их победам главный тренер Нижегородской области по панкратиону Талих Гамидов. Григорий Жигин, «Объективно спорт», ННТВ.